своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать проект «100 новых лиц Казахстана». Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы. 18 октября текущего года в республике стартовало онлайн-голосование за участников проекта «100 новых лиц Казахстана», которое продлится до 10 ноября 2017 года. Акмолинскую область представляют 19 кандидатур из разных сфер деятельности – спорт, наука, культура, бизнес и общество.